Очередная отправка в зону СВО из краевой столицы. В этот раз уникальная техника – узкоспециализированный трактор и УАЗ. Сегодня у нас очередная отгрузка. Значит, благодаря Барнаульскому молочному комбинату сегодня безвозмездно будет передан очередной автомобиль УАЗ, который будет направлен в зону проведения специальной военной операции. А также Алтайский тракторный завод «Грант» сделали такую технику для военнослужащих. Она техника уникальная, с необходимым навесным оборудованием, которое приспособлено для работы в суровых, значит, условиях. Барнаульский молочный комбинат и впредь будет участвовать в таких подобных акциях вместе с Народным фронтом, с другими общественными организациями. Узкоспециализированный трактор способен в трудных условиях вытягивать другую технику. Специалисты говорят, что аналога этой модели нет. Она создана под запросы военнослужащих. Все полностью изготавливается на нашем предприятии. То есть здесь это в Барнауле находится. То есть это и рама, и кабина, и все эти настройки. Все это изготавливается. И манипулятор тоже все изготавливается на нашем предприятии. А это уже 8-местный УАЗ также для участников СВО, а конкретно для медико-санитарного батальона. Мы это называем таблеточку, потому что она идет в медсамбат, идет нашим омским мобилизованным. Мы его полностью укомплектовываем внутри изделия медицинского значения, медикаментами, ну и то, что необходимо в госпиталях. Все, кто как могут, так и помогают. И это видно на тех отправках, которые мы отправляем еженедельно в различных количествах и техники, и имущества, и необходимого технического снаряжения. Отметим, что за полтора года администрация города и предприниматели отправили уже более 200 тонн продуктов, а также необходимую технику, помогая участникам СВО и жителям новых территорий. Анастасия Дороган, Ирина Корчагина. День с толком.